Привет, парни, это снова Metal Retrocycle, я Сергей Беляев. И представляю вам, сделанный нами мотоцикл CZ-472-6. Донор прибыл к нам из города Шахты Ростовской области. Давно прибыл, правда, конечно, из этой наших карантинных вещей мы его долго достаточно делали. И, в общем-то, скажем, нерадостная судьба у хозяина этого мотоцикла, ну, потому что хозяина уже нет в живых. Ну, вот. И вот мотоцикл поедет к нему на родину, в общем-то, после его смерти. Жизнь идет, жизнь продолжается, поэтому, в общем-то, родственники решили забрать этот мотоцикл себе, потому что, как бы, память о муже, сыне, брате и так далее. Ну, с этим мотоциклом мы сделали, в принципе, все то же, что и делали мы с остальными мотоциклами. То есть мотоцикл был, он достаточно комплектный был, покрашен был какой-то такой вишневый металлик. Мы его полностью разобрали, весь полностью отпескоструили. Весь до винтика разобранный был. Значит, потом покрасили раму и мелкие запчасти порошковой краской. Ну и все остальное подогнали по раме. Кузовщики выстучили до минимума шпаклевки все части, которые подвергаются окраске и оцинковке. Потом его отдали в оцинковку, оцинковали все железо, бак, бардачки, крылья. И потом покрасили базой под лак с нанесением вот этих вот наклеек под лак. Двигатель подвергся такой же, в общем-то, стеклоструйной обработке изнутри и снаружи. То есть никакого старого там масла там чего-то не осталось вообще. Потом был перепрессован полностью коленвал, проточены цилиндры под второй ремонт. Установлено электронное зажигание в АПИ. Полностью перебранная коробка, новые сцепления, диски сцепления, все новые цепи, все новые на нем резинки, тросики, в общем, и так далее. Зеркала, вот единственное, что зеркала, конечно, настоящих зеркал Velarex их не найдешь с днем с огнем, поэтому эти зеркала я покупаю в Финляндии в Билтиме, они, в общем-то, чуть-чуть поменьше размером, но очень похожи, но достаточно качественные. Не те китайские, которые продают под яузские зеркала, они, конечно, хуже качества, эти получше. Ну, нашли мы вот родные катафотики на него, прям вот, даже вот желтенькие, оттирали-тирали, но со временем уже ничего не оттирается, они вот такого цвета у нас желтоватого. Мотоцикл на великолепном ходу, то есть шикарный мотоцикл, я вообще считаю, что CZ-472-6 это, в общем-то, самая удачная конструкция чехословацких мотоциклов, которые поставлялись к нам в СССР. У меня такой был, вот точно в таком же цвете, был новый. Вот, я на нем отъездил одно лето, а потом отец его продал. Вот, снимаем его в мастерской, потому что у нас в Питере сейчас гроза, вот все гремит, идет дождик, и возможности где-то на улице под солнышком снять нет. Порадовала нас погода, месяц хороший. И сейчас у нас началась нормальная питерская погода, то есть никому не жарко, но все стонут, где жара. Вот. Ну, в общем-то, на сим заканчиваю. Кто хочет такой мотоцикл, в общем-то, никаких вопросов нет. Мы такой же можем сделать, найти донор. Правда, их все меньше и меньше, поэтому, если кто очень хочет, то торопитесь. Действительно, мало мотоциклов таких с документами, с нормальными, но встречаются. И, конечно, сам мотоцикл, исходная часть, в общем-то, стоит достаточно дорого. Поэтому звоните, обращайтесь, все контакты в описании. Всем до новых встреч. Bye.